полночный безоблачный час. Распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит. Здравствуй, здравствуй, сияешь, сияю. Который час? 12 примерно. Там на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети? Дети спят, наверное. Как хорошо от души спят по ночам малыши. Весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, на луне. Лунный медведь вслух читает сказки. Лунный медведь вслух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один замечательный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету, и это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко